В проекте «Все включено» мы обсуждали, почему тысячи и тысячи людей покупают жилье именно в Турции, в Алании. Заключительную же серию, своеобразный итог, мы решили посвятить эмоциям. В первую очередь эмоциям покупателей. Летом 2020-го, как только сняли ограничения, мы снова полетели сюда, в Турцию. Значит, интерес, спрос, привязанность, наконец, это не миф. Здесь все включено. Легко купить, нетрудно обосноваться, есть из чего выбирать. Несмотря на то, что история Алании насчитывает многие столетия, реально бурное развитие города началось именно в 21 веке. Каждый год здесь строят, и с каждым годом здесь строят по-новому. Не, на самом деле выбор большой. Выбор большой. Большой. Это кажется, огромный. Что это кажется, их что мало, нету. Их на самом деле очень много. И колеса приходят, попадают, а им действительно нравится. Они говорят, о, как здорово, я попал в такое классное место. Никто не говорит, что выбирать легко. Но согласитесь, это чаще приятные трудности. Рецепт удачной покупки не слишком оригинален. Определитесь с целью и не экономьте на времени. Я выбирала очень тщательно, так скажем. Прежде чем якорь бросить здесь, мы объехали все побережье. Все дело в цене. Определиться с ценой и с районом. Конечно, прежде чем купить, приехать пожить месяц, узнать районы и, естественно, выбрать для себя более подходящее. Ну а когда положительный ответ дан, само решение может прийти моментально. Все составляющие совпали именно вот на это место. И когда мы зашли в эту квартиру, говорю, вот это моя квартира. Вот, ну, как вот ёкнуло, что ли, вот хочу именно здесь. Вот. До этого ни в одной квартире так вот не ёкнуло. Выбор – мучительная история, но обычно со счастливым концом. А потом надо отдыхать или жить, или общаться, может быть, и то, и другое, и третье. Нам повезло, мы познакомились с теми, у кого все получилось. У меня соседи из Ирана. Очень интересная семья. Они меня кормят каждый день. Они приносят все, что приготовят. Бегут, горячие, стучат. Света, на, кушай. Перво-наперво мы планируем, может быть, попробовать открыть свой клуб здесь. Пока не буду раскрывать всех подробностей. Нет дискомфорта. Все говорят на русском. Входят в положение и объясняют, ну, жестами, те, кто не понимает. Какие-то эмоции у всех такие положительные, все улыбаются, все довольны. Мы больше и больше влюбляемся в свою квартиру, в эту местность и в людей. Точнее, в людей, наверное, в первую очередь. Все включено. Выражение, не имеющее привязки к конкретной стране. И в то же время оно очень турецкое. И проект наш, в общем, о недвижимости, мы назвали тоже «Все включено», поскольку вкусы могут быть разные, задачи разные, а решение одно, как на шведском столе в достойной гостинице. Самый простой и банальный совет. Они сделали больше, чем сделали бы родные или там, ну, как бы близкие. Они нам помогли и обставить, мы проехали по магазинам, выбрали, и уехали. Было все обставлено, было все, вплоть до тапочек, и холодильник забит был продуктами и бутылочкой вина. Вот так вот нас встречали. Ну как не влюбиться-то в Аланию? И боюсь потерять, держусь всеми фибрами за вот тех людей. Все.